наши искренние поздравления. Спасибо. Коллекция была просто потрясающая. Хотелось бы спросить, сколько времени потребовалось на формирование, на создание этой коллекции? Где-то полгода потребовалось. Скажите, а вот какой основной месседж вы хотели бы послать людям, которые вот просмотрели этот показ? Месседж? Да, наверное, это не месседж, я просто хотела сделать что-то красивое, да, красивую лаконичную одежду, такую нежную одежду. Одежду, которую можно носить, наверное, и в повседневной жизни, можно пойти и в офис, можно пойти на коктейль с друзьями, и есть вечернее платье. То есть я попыталась просто захватить все такие, все области, просто чтобы женщине было, наверное, удобно в первую очередь, потому что сейчас в современном мире постоянно не хватает времени ни на что. И, наверное, здорово, когда в одном бутике, да, можно в одной коллекции можно найти для себя одежду для любых случаев жизни. Наверное, вот, скорее всего, я стремилась к этому. Вот мы сейчас затронули тему современности. Сейчас все течет, все изменяется. Скажите, каким представляется вам образ современной женщины? Ну, мне сложно так ответить на этот вопрос, но я... Как вы, наверное, успели заметить, работаю больше в таком классическом направлении. То есть я все-таки придерживаюсь классики. Наверное, потому что она мне нравится, я ее ношу всегда сама. И мне кажется, это всегда красиво выглядит и никогда не выходит из моды. Скажите, вот два показа, насколько я помню, были у вас закрыты в гостином дворе. Этот вот открыт. С чем это связано? Я бы не сказала, что они были закрыты. У нас был просто первый показ на своей площадке, а два последних было в гостином дворе. И тот показ, он был так же открыт, как мне кажется, как этот. То есть никаких преград я не ставила. Просто было, ну, поясню ситуацию, просто для, ну, в прошлом году надо было дополнительную аккредитацию на ваш показ, да, вот, теперь хотелось бы перейти непосредственно к коллекции. Скажите, каким тканям вы больше всего отдаете предпочтение вот в повседневной жизни и для создания коллекции? Ну, я работаю больше с натуральными тканями, потому что, мне кажется, мне их лучше, как ты себя чувствуешь, лучше дышит тело, да, и мне нравится работать с натуральными тканями. Наверное, это шерсть, это натуральные шелка, красивые, струящиеся, это шифоны. Такие ткани мне больше всего нравятся. Скажите, а вот вы в своих коллекциях планируете мужскую линию добавлять, или все-таки женского будет больше? И вот... Посмотрим. Жизнь идет. Может быть, если все пойдет хорошо с женской коллекции, то почему бы и нет? Может быть, перейду на мужскую. А если, вот забегая вперед, каким вы видите образ современного мужчины, раз мы уже говорили про женщину? Да. Ну, современный мужчина, мне, конечно, хочется его видеть также в классическом его выражении, если можно так выразиться. Мне не очень нравятся какие-то женственные формы на мужчинах, поэтому я считаю, что все-таки мужчина должен носить, скорее всего, что-то в классическом стиле. Ну, это мое мнение. Много людей, я не вправе им советовать. Потом есть совершенно разные случаи, то есть где-то уместно костюм, где-то уместно майка с джинсами, то есть это зависит от обстоятельств. А вот скажите, как пришла идея на создание вот такой коллекции, такой вот прям классической? Вот? Ну, просто я так вижу, мне не пришла идея, наверное, просто я так вижу вещи. И буквально последний вопрос, что бы вы могли пожелать нашим подписчикам, нашим зрителям? Желаю вам счастья, желаю... Наступление скорейшей весны, не только такой погоды, а весны, наверное, еще и в душе, в сердце, после такой затяжной зимы. Желаю побольше радостных дней и успеха во всем. Спасибо большое. Спасибо.